Предполагается, что экспертный совет архитекторов будет общественным органом. Именно там местные проектировщики будут обсуждать строительство в Сочи зданий выше 12 метров. Чтобы все понимали, стройки будут минимизированы. Речь идет о жилищном строительстве. Жилищное строительство в городе сегодня чрезмерно высокое. Самострои эти были построены, они не только архитектурный облик испортили, они испортили нам экологию. Анатолий Пахомов отметил, что необходимо продолжать корректировать генплан курорта. Последние поправки были ориентированы исключительно на олимпийское строительство. Ну а сегодня на карту Сочи нужно нанести, например, кладбище в Дагомысе и Адлере. Это требование времени. Кроме того, крайне необходимо, считает мэр, увеличивать количество зеленых зон. В первую очередь в спальных микрорайонах. Так уже идет обустройство территории в микрорайоне Макаренко. Там появится парк культуры и отдыха в честь 80-летия образования Краснодарского края. Довольно большой микрорайон, который имеет большое количество жителей со своими там вопросами, связанными с прогулками, детьми, там, велосипедные прогулки возможные, да. Ну и мы считаем, что необходимо там разместить некий объект притяжения. Это детские игровые площадки, воркаут-площадки, обязательно создание там некой парковки для приезжих из других микрорайонов в данный парк. Разбивать парк будут поэтапно. Первые деревья высадят уже 20 апреля. Тогда же будет торжественно заложен памятный камень в основании новой зеленой зоны. Я считаю, что скверы и парки должны в первую очередь служить людям, жителям. И поэтому было предложение, одобрено оно, что это не просто будет Теленкур, который у нас много, а это будет парк культуры и отдыха. Концепция создания парка культуры и отдыха в микрорайоне Макаренко, она подтверждает или должна быть подтвердить народный характер этого проекта, то есть жители города, жители микрорайона обязательно должны принять участие в его строительстве, обустройстве. И мы уже 22 числа приглашаем всех на субботник. Еще два сквера появятся на Мацесте в районе аллеи Челтенхэма и в микрорайоне Фабрициуса. Там планируют обустроить парк фестивальный в честь Всемирного фестиваля молодежи и студентов, который пройдет в Сочи в октябре и соберет больше 20 тысяч гостей со всей планеты. Инга Габейша, Ольга Десятова, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ.